выніку няшчасных выпадков на вытворчасці у Гродзенской области у першым паўгоддзі 2018-го загинуло 6 человек и тяжко травмировано 35 работников. Означается рост тяжкого травматизма у Вороновским, Ивьевским, Шчучинским и Свислоцким районах. В управлении следшего комитета по Гродзенской области апошнім часам означают повеличение колькости заяв и поведомлений об травмировании громадян на вытворчасці. По выниках проведенных проверок распачата 12 криминальных справ. Следшая практика показала, что одной из головных причин травматизму на вытворчасці по-ранейшему является неналежное выполнение службовыми особами своих обовязков по ахове працы. Были выявлены факты невыполнения пэўных патрабаванняў нормативных актов при ажыццяўленні некоторых видов работ. Разом с тем, у половины несчастных выпадков на вытворчасці вина наймальников не была установлена. Причиной травмирования стало игнорование правил безопасности самими потерпелыми. А кроме того, следшими подразделениями было доказано, что у 8 выпадках работники, которые у гэтым годзе отримали травмы на вытворчасці, у момент здарэння находились у стане алкогольного опьянения.